Два одинаковых дома. Год постройки совпадает, как и количество квартир и состояние. Но судьбы совершенно разные. Один признали аварийным и готовят к расселению, второй – нет. Как так вышло, беспокоит и удивляет жителей дома номер 3 на 4-й Меланжевой. Того, который собираются капитально ремонтировать, вместо того, чтобы сносить. У нас газовое отопление, а полы на первом этаже вот у нас едут. То есть скорости нам, возможно, невозможно будет включить даже газовое отопление. Газовщики ходят и ругаются, что у нас действительно уже ситуация аварийная практически по газу. Но иным способом мы отапливаться не можем. То есть мы можем остаться и без отопления, и без света, поскольку аварийная ситуация может начаться в любой момент. В этом доме буквально куда ни ткни, везде проблемы. Под фундамент затекает вода, стены крошатся, в подъезд страшно зайти. Все сыро, все сыпется. Такого года 3, наверное, 4 у нас, по-моему, это все это. Мы обращались в управляющую компанию, они даже им не принимают ничего. Ходили, делали заявку, они даже не приехали из жилищеуправления. В квартирах не лучше. У пенсионерки Нины Александровны потолок держится на честном слове. В дыры скоро будет видно небо. Женщина опасается за свое здоровье. Трещины ежедневно становятся глубже и шире. Появилась она давно. Я боюсь жить в этой квартире, потому что потолок сыпется на голову. Все. Прибьет, не доживу до смерти. Во время ливня жители дома не знают, за что хвататься и куда подставлять тазы. Плесень цветет буйным цветом. А вот здесь у нас еще крыша. Вот здесь у нас проводка, она вся открытая. И когда идет дождь, у нас все стекает сюда. И вот здесь вот образуется лужа. И мы боимся, что в любой момент может замкнуть и вспыхнуть дом. Никаких ремонтов жители даже не планируют. Это просто перевод денег. Стены осыпаются, достаточно к ним прикоснуться. Это что, полностью до решеток, что ли, все сбивать-то? Все сыпется, у нас стена прямо упирается. Обои все рвутся. Стена промерзает, когда зима? Да, и холодно. Тут дыры везде вот затыкаю, посмотрите. А это я кладу этот полынь, кладу, у нас блохи прыгают. Блохи, да. В одном из подъездов на первом этаже есть пустая квартира, которая давно необитаема и неотапливаема. Из-за нее часть дома промерзает каждую зиму. А то они. Вон, видите, ужасно, что творится. В 2016-м жильцы нанимали независимых экспертов, чтобы они оценили степень износа дома. Получилось следующее. 90% износ проводки, 60% сантехники, 70% всей постройки. Данные собственники предоставили в мэрию и готовились к расселению, но цифры чиновников не убедили. Сказали, что ваш дом пригоден для проживания, у него хороший стол, будем делать капремонт. Это решила комиссия, без нашего даже ни слова ничего не дали. Все сами решили, все сами. Хотя, собственники и муниципальные 50 на 50. В мэрии нам рассказали, что комиссия администрации решение по дому выносила заочно на основании заключений специализированной организации, бесед с коммунальщиками управляющей компании и основываясь на жалобах жильцов. Последние, кстати, такого разговора не помнят. Дом чиновники аварийным не считают и в план по капитальному ремонту крыши его поставили на 2018 год. Инженерные сети на 2030. Подвал его здесь нет на 2040. Принцип рассмотрения у комиссии один и тот же, то есть рассматриваются заключения специализированной организации, в которой уже указываются проценты износа по конструктивным элементам. Ну и объективно состояние дома, который был признан аварийным, подлежащим расселению, оно намного хуже, чем соседнего дома. То есть там реально проблемы, и поэтому комиссия приняла решение о сносе. Это только доказывает тот факт, что комиссия подходит всесторонне и объективно к рассмотрению каждого вопроса. Жильцы приглашают сотрудников мэрии в гости. Уверены, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Обещают провести экскурсию по самым злачным местам. Такие картины убедят в том, что дом аварийный даже самого сомневающегося чиновника. А пока специалисты на место не вышли, жильцы пишут письма в прокуратуру и губернатору. Надежды не теряют. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.